И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на фьордах. И сегодня мы пойдем, как видите, за Карха. Вот. Тазавр, блин. Ужасно. Поназовут их. В общем, в прошлой серии я вообще не знал, не думал, что настолько YouTube будет меня бесить. На Рутуб загрузилось и все. На YouTube еще в два раза дольше загружался. И я четко офигел. Первое, что смотрите, я заметил, поэтому, кстати, вышел видос так поздно. Надеюсь, это выйдет нормально. Я вовремя вышел. Первое, что я заметил, ХП у них разницы никакой нет от левела. Вот они, 20 левела, и вот он, 100 левел. Но, опять-таки же, на этом островке их легче будет, я думаю, притомить. Ну, плюс сет левел. То есть, мне, по сути, этот нужен просто для галочки. Хотя он, по идее, прикольный. И патрончиков сделал. Урон. Так. Бутылечек есть, значит, что? Не, давай лучше все-таки на тебе. Потому что ты управляешься поудобнее. Так, вот так и вот так. Летим на островочек. На островочек огненный. В целом я очень надеюсь, что все произойдет быстро. Без всякой лишней тупости. Ну, вы по хронометражу, думаю, видите, насколько это произошло быстро. Я пока что еще без понятия, но хронометраж уже показывает, да, вам, насколько это быстро произошло. Я надеюсь, что там минут 20 видео. Так, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что? Братан, здесь же пещера. Или здесь есть пещера? Ну, в общем, что-то он прогружался. О! Ты прям в том месте, где у меня был гига. О! У меня и другие заспавнились. 140-й левел. Ты посмотрите-ка. Какая задница. Почему? Ну, что-то не подсказывает, они будут мне мешать. Так. А, двое здесь, один там. О, а чё я так подпил? Вот оно, чё, Петрович, да. Такс. Ну, во-первых, мне нужно обязательно расчистить территорию. Наверное. Но это не точно. Мне нужны жирнича. Так. Вот, два Васька. Неожиданно. Это я мелкого Васька замочил, да? Так. Вот этих всех надо размочить отсюда. Так. Как лучше всего его томить? Слушай, давай попробуем без ловушки. Допустим, вот реально, давай попробуем без ловушки. Я сейчас, короче, по ходу дела сам себе увеличиваю время. Братан. Или я должен дать обязательно срок. Короче, что-то я рисковать сильно-то не хочу. Твою мать. Так. Да, шипастый, мать твою. Уйди отсюда. Братан. Ага, то есть он хавает, то есть без вариантов нужно это дело, чтобы было обязательно в руках. Проверили. Окей. Так, дальше, давай что еще проверим. А, не-не-не-не-не. Приземлился, называется. Давай что еще проверим. Допустим, без ловушки, но это будет у меня в руках.
Ну, хотя я думаю, это будет то же самое, что в ловушке, так что смысл это проверять. Так, логично. Так, берем вот это, добро. Бульк-бульк. Меня пугает все. Тейкс. Конечно, ночью все это делать, это просто гениально, я бы так сказал. Но, допустим. Было страшно. Было безумно сыкотно. Но уберись, пожалуйста. Вот, отлично. Дальше. Заманиваем тебя сюда. Чувак. Эй, чувак. Ну, я могу же сделать вот так. Хопа. Твою мать, аж страшно стало. Он так резко красненьким стал. Я перекакался. Я перекакался. Слушай, он так поворачивает резко. Нет, все-таки прям реально не, совсем не гига. А, ёб твою ж за ногу, да что ж ты так обошел-то? Так, ну давай. Ну давай, подходи ко мне. Ладно. Так. Ну, да что ты там? Ну ты серьезно? Ты об камешки ударился. Задолбал, давай заходи. Дурной. Бегает круголеби, бегает. Хоп. О, встал что ли? У-ху. А ты что творишь, дурной? О, слушай. Блин. Это, конечно, идея прикольная, но 80 хп что-то, по-моему... Ловушка бога. Не делайте такую какашку, что я сделал. Он просто вылез из нее. Он просто прошел мимо. Так, так. Бери пистолет в руки. Пикап. И погнали. Пиу-пиу, пи-пиу, пиу-пиу, пиу, пиу, пиу. Сказал. Оу! Все, все, все. Зан. Спокуха. Спокуха. Расслабься. Так, хорошо. Делаем ловушку не по-дебильному, а по-нормальному. Ты стоишь на месте. Я не очкую. Блин, почему так предметы сильно прозрачные? Я просто не вижу. Что я ставлю? А нафига я это сделал? О-о-о! Пикап? Так, делаем вот так. Делаем так. Отлично. Так, уже лучше. Эй, чувак! Давай! О, отлично. Эй! А ты что еще не взвелся? А, не взвелся, отлично. Фух. Так, застрянешь? Ах ты, твою мать! Жиробосик. Хоп! И пошел ты. Так. Ты застрял. Отлично. Ты застрял, это хорошо. А-а-а.
Ну, допустим. Эй, не лагай. Да подожди ты, что ты там крякаешь-то на меня? Хоп! А, я тело Рекса-то не могу тащить. О, хорошо, что я с Гигой не мучился. Вот я лошара. Надо же такую штушку, которую я смогу утащить. Ай, я дурной. Так, ну-ка, Стега. Твою тушку я могу утащить? Да блинский. Ударь, красава. Так, иди сюда, чем-нибудь тебя тащить просто так, что ли? Ай, ладно, короче. Стой здесь. Тащить могу. Отлично. Ни черташечки не видно. Блинский. Это, пожалуй, самое тупое. Да. О. Так, отдаляем камеру. Главное, чтобы там моего этого чувака не отпиздили. Так, подходим близко. Ну-ка. Ну-ка. Чувак. Эй, пс. Во-во-во-во-во. Беги. Твою мать, я застрял. Я в нем застрял. Я в этой туши застрял. Нет! Нет, 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 нет. Так. Отлично. Ой, блин, не та кнопка. Да что такое? Я пере... Неврничал. А, не, во, все нарвас. Все нарвас появилось. Так. Я одну тушку захавал сам. Ну ладно, бывает. Стой здесь. Так. Бежим, бежим, бежим. Сколько у тебя? Обязательно третью тушку нужно будет тащить. Так, чувак. Смотри, что у меня есть. Пс. Эй, чувак. Эй. Смотри, смотри. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чуешь? 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 Пиздю. Эй! Алло! Чувак! Чувак! Эта сочная тушка ждет тебя! О, вот отлично! Хавай! Да ёб твою ж за ногу сраный труп! Ты чё так отлетел-то? В дерево еще застрял, дебильная зараза. Да ты серьезно? Твою мать. О, отлично. Да отцепился же я. Ах ты ж собака. Чутка что-то сбросилось из-за того, что я, видать, ему хавку не дал. У него эта фигня сбросилась. Окей. О! В смысле, я завалил, что ли, сразу? Ё-моё. Так, яркость-то вырубим. Погнали. Блин. Это, конечно, прикольно. Но, блин. Это и необычно. Так. О, красава. В смысле ты его не захавал? Ты не охренел случаем?
Ой, да и пошел ты. Сейчас я другую тушу тебе притащу. Блин, это... Это багнулось, мне не нравится как. Ну ладно, я думаю, там он захавает нормально. В целом, как я понял, у него сбрасывается, по ходу дела, все-таки от времени. Сколько я вот это вот, вот этим всем занимаюсь. Может, как вариант, вот... Ну да, нет, вот еще есть что-то. То есть она, чем дольше он, типа, вот в таком состоянии, тем больше она сбрасывается. Так, если я сейчас не отпускаю... Ха, не, не про канала. То есть... Блин. Что-то прямо сейчас вообще не про канал, нифига. Слушай, давай. Да что ты, серьезно? Не, для таких, для такого утомления нужен какой-нибудь этот, аргентавец какой-нибудь, либо еще что-нибудь, чтобы динасов притаскивать сначала сюда. Чтоб мне вот за вот этот радиус спавна было. Так, давай вот это вот сюда своего чувака притащим, ну его нафиг там оставлять. Так, давай. Ну, видали? Все сбросилось практически. Да, он просто, это таймер пока... В общем, надо прям... Все и сразу. Слушай, погоди, все и сразу. Ха! 30 минут! Погнали. Сделаем тогда по-другому. Так... Тащим тело. Сейчас сразу притащим побольше. Ёпта, я сейчас просто глянул, сколько времени идет видео. Э! Ты чел, сижу? Ты ублюдок, мать твою, за ногу. А, не, во, господи. Я думал, тело сожрал. Так. Тащить тело. Это у меня еще скорость прокачана. Прикиньте, бы скорости бы не было прокачано. Какой ужас был бы. Так. Отпускаем. Нужно еще кого-нибудь притащить сюда. Блин, они тут все так далеко. Козлы. Отлично. Такой, такой мелкий пиздюк тащит просто трицератопса. Вот это я понимаю. Реалистичность, мать вашу. Давай, давай, тащить тело. Ну, тащить тело. Фу, господи, я думал, тело забагалось. Зато он разбагался. Да твою мать, да чтоб тебе тварикалось, а чтоб тебе тварикалось, ну честно. Пошел в жопу, не дам я тебе ничего, козел. Все трупики сожрал, наверное. Естественно, все трупики сожрал. Козел. Такс. Это ужасно. Так, тогда что делаем? Давай попробуем.
Блин, ну здесь надо явно дислокацию менять, потому что вокруг трупов не осталось. Томить всяких стега и так далее я не хочу. О, трупик. Ну это трупик в лаве. Трупик в лаве мне не нужен. Мне нужно так сделать, чтобы трупики были поблизости. И было их несколько. Ну, слушай, ну, допустим. Если я, допустим, сделаю ловушку здесь. Да? Так. Делаем вот так. Давай, давай, разжимайся уже. Мне нужно, чтобы он уже был в рабочем состоянии. Ну что, чувак, погнали. Отлично. Вот так уже лучше. Так, дальше давай смотреть, что мы в итоге сделаем. Погоди, не агрись. Ох ты. Эй, ёб твою же за ногу. Ну прости. Мне нужно... Не, не твоя одежда. Мне нужно твое мясо. Ах ты же робас. Ладно, этим патроном точно смочу. Так, в итоге... Ну давай пробовать. Ну? Эй! Розовенький. Не-не-не. Если ближе подойду, ты захаваешь. А мне это не надо. Давай лучше сбоку подойду к тебе. Ну? Ну ты гнида. Ох ты ж, нифига себе у него радиус. Вот это жахнул, как жахнул. О, кстати, чё яйцо? Димитрадона. Такс. Ну, блин. Ой, не застрял. Ладно, давай еще раз попробуем. Блин, это, конечно, подстава еще та редкостная. Ладно, просто встаем и ждем. Давай поближе встану. Давай еще поближе встану. Ну? Он меня троллит. Слышишь, розовая задница? Так, давай вообще тебя сзади обойдем. Ты смотри, он просто вообще игнорирует тварь. Я просто в упор подошел уже, он игнорирует. Да может, конечно, из-за того, что он на какой-нибудь камешке стоит, либо в воротинке как-нибудь застрял, но... Не настолько же тупо. Смотри-ка, а.
Да это вообще тупизм. О, сдвинулся. Ну, наконец-то. А ты, черт лохматый, не мог как-нибудь это другой... И просто опять я ему все трупы скормил, а он просто так похавал, короче. Козлина. Так, ну сейчас он точно не забаганный. Слушай, не, ну это какая-то уже тупость. Да прям конкретно какая-то тупость уже. Так, Стега, давай сюда иди. Там еще Кентра Тауэр есть, если что. Ну, Стега, ну ёперный. Во, давай, беги быстрее. Так... Ага! Он на мелких не реагировал. Прикинь! Он на мелких не реагировал. Ох ты ж выпендрежник, еще и выпендривается. Че ему я хочу, не хочу? Давай, двигайся. Офигеть! Вот это неждан. Экс, ну давай попробуем вот тебя. Офигеть, я не думал, что этих мелких не канает ему. Во, и сразу же среагировал. Обалдеть. Обалдеть. Вот этот прикол. Ну и где я еще жиробаса буду искать ему? Слушай, у меня жиробаса в округе нету. Ну давай, беги за мной. Мне при всем при этом нужно сделать так, чтобы он заспавнился по-нормальному. В смысле, этот не заспавнился так, что он из этих из ловушки вылезет. Ну, то есть вообще прям нереально сейчас. Сейчас они по очереди прогрузятся, и он вылезет из ловушки 100%. Так, ну Стега бежит за мной. Тоже радует. Так, этот там находится. Да какого хрена, а? Ну ей-богу. И просто уже свалилось настолько, что прям пердец. Да давай уже сдохни. Просто откатил. Не, здесь надо прям сразу же ему скармливать. По-другому вообще вариантов нету. Оно прям падает прям моментально сразу. Вот просто забей называется. Отошел ненадолго и все, это просто забей сразу. То есть нужно подготавливать три большие туши. Ну это как минимум. Вот. И по-другому без вариантов. Вот, я сейчас ему пока протащу. Он уже будет этот... Опять на том же самом уровне. Я потом следующую тушу протащу, он опять будет. Ну, то есть, как бы, это тут будет уже бесконечно. Это, короче, тупость.
А еще он может вот так вот утупить и не хотеть хавать. А что делается? Правильно, таймер сбрасывается. О, отлично. Вот, он затупил, он понюхал, но не захотел хавать. Почему? Ну, как вариант, он опять где-нибудь забагался, либо еще что-то. Текстуры, все дела. О, в упор. Ну и смотри, ну и чё? Ну и всё. Во-первых, я застрял в текстуре. А во-вторых, ему насрать на меня. Не, ну это имбецил. Короче, пошло всё в жопу. Сейчас делаем по-другому. Вот, делаем вот так. Вот так. Вот так. Я манал еще час тратить. У меня и так уже пол первого ночи. Так, конечно, вызвал я стега, это я, конечно, гениально сделал, с одной стороны, но я знаю, что стега срабатывает. Вы устали, отлично. Так. Все, чувак, ты явно тоже можешь разлететь домой. Четырех стега мне должно хватить. Если они, конечно, не будут забаганными тварями, то мне должно хватить. Ну, погнали. Вот, отлично. А, видал? И все. И передумал. Такой, понюхал. И передумал. Возможно, нужно отпустить. Ну-ка, давай посмотрим. Не канает, да? И он тело забагалось. Отлично. Как говорится, задумка за задумку 5, за реализацию кол. Ну смотри. Ну, это я разрабом, если что. Вот прям реально задумка. Классная. Типа вот это вот все, принести трубки, все дела. Задумка классная. Но реализация-то в этой игре кусок говна всегда. Почему? О, отлично. Отбагался. Почему реализация говна? Потому что здесь в этой игре очень много багов. Прям до отвращения очень много багов. К примеру, о. Типа как... А я точно хочу кушать. Ну, вот, вот примерно так вот. Я это вижу со стороны. Так, давай. Уберем этот трупешник с твоих глаз. Возьмем другой. Ох, как говорится, не все так просто, как хотелось. Так, хорошо. Убедил. Давай здесь. Ну? Во! Он таки раздуплился, да, полностью?
Хорошо. Еще только у меня вот эта туша бы не за... Но... Живем! Живем! Да твою мать, да ты серьезно, что ли, а? Да чтоб тебе, твари, калося? Ты как на такую дальность это достаешь? Козлина! Уйди от моих трупов! Не для тебя я их тут создавал. Ну пошли. Так. Ну, во-первых, лучше под нос к нему не подходить. Это факт. Он козлина просто так захавает из-за того, что пытается что-то сделать. Так? Жеш, ты козлина. Да ёп! Просто взял на меня наступил. Ну! Знаете, что самое смешное? Смотришь все вот эти видосики, а у них там все за секунды делается. Когда сам начинаешь делать, дай тебе в рот эта вся игра. Вот примерно так ты и начинаешь играть. Вот реально, без шуток. И это так совсем. То есть ты хоть что, бери. Типа, на видосике у всех так клево, так все здорово. Сам куда начинаешь делать, ты вот делаешь вот это. Вот этим всем занимаешься. Ты ждешь, когда сработает сраный скрипт. А этот конченый ублюдок жопой сжирает твой труп. Супер здорово. Ладно. Ладно. Да не бомбит у меня. Вы что? Да не-не, даже близко нет. Не, не бомбит. Вообще никак. То, что игра не хочет засчитывать с какой-то скрипт, не, ни капли не бомбит. То, что он жопы жрает, тоже не бомбит. Надо хотя бы деревья убрать. Вот от них меня бомбить его. Че, древесный уголь? О, прикольно. Но для древесного угля у меня есть хорошая печка. Почему я сегодня не вырезаю это? А чтобы вы поняли, что по-настоящему это все кусок дерьма. И шанс-то то, что вы ему промеж глаз выстрелите, куда намного больше, нежели вы его притомите. Без шуток. Ах ты, ублюдок, мать твою за ногу, чтоб тебе тварь калась, козлина долбаная. Почему ты на этот труп сработал, на тебя не срабатывал? Ублюдок, неужто из-за того, что ты задумался о нем и больше ни о чем не думал? Это тот самый труп первый, который, на который он задумался. Он, по ходу дела, если бы он на него загрелся, то он только его и ищет. И только его и ждет, прикинь? Опять-таки же повторюсь, задумка хорошая, реализация говно. Почти. Так... Так. Здрасте. Да ёб твою ж за ногу, да почему ж ты сжижаешь-то? Ни капли не бомбит.
Тащить тело. Отлично. Во! А вот теперь скрипт срабатывает. Отцепись, пожалуйста, от этого трупака. Так. Пикап. И погнали. Ну, наконец-то. Ёшкин кот. Так, ну а теперь осталось только поменьше получить урона, побольше сожрать всего вокруг. Да, конечно, что я сюда приперся, это, конечно, так сказать, гениально. Потому что здесь еще один такой же, который мне, от которого я явно буду огребаться, но... Ну ладно. Эффективность приручения 100%. То есть от того, сколько я там его кормил, вообще было без разницы. Вот. Чтобы быстро бегать, ему нужно похавать. Он начинает быстро бегать. Ну и также доп. Урон появляется. А можно узнать, почему ты не хотел сейчас бить? Спасибо, что ударил. Он сейчас просто бить не хотел, козу. Торпик сахавы. Спасибо. Ты не можешь его ударить? А, у меня пистолет включен. Ах ты. Почему я его не выключил? Но это не отменяет того, что ты не можешь его ударить. Ой, да ладно. Ой, да пошел ты. Столько времени на тебя потратил. Так. О, а кентротавров лучше не бить. Потому что я получаю по ним урон. Чем больше я урона получаю, тем меньше притомится, соответственно. То есть меньше будет этот эффективность приручения. Кентротавров, я когда бью по кентротавру, они, соответственно, мне в ответочку мой же урон и вкидывают. И это есть самая главная проблема. Поэтому не нужно бить тех, кто тебе в ответочку двоечку. Окей. Так, ну времени-то полно. 40% за 10, о, за 100 секунд. Если вот так еще в деревьях застревать не буду, вообще будет огонь. Так, погнали лучше туда. Там я точно не был. Там я еще никого не сожрал. Да, Альфа-Васек. Ну я, конечно, гений напасть на Альфа-Васька. Кто же знал, что это Альфа-Васек? Алло! Я же не знал, что это Альфа-Васек будет. Не, урона, конечно, вношу ему нормально, но эффективность... Просерил чутка. Ну, урона, конечно, внес нормально, но эффективность просерил чутка. Урона, конечно, внес нормально. Ах, пытаюсь сам себя оправдать. Кто же знал, что там будет Альфа-Васек? Ну, явно не я. Знал бы, я бы не пошел бы на него. Сейчас, помню, урон вносит козлину. Так, ныне же не Альфа-Васек, ты обычный Васек, отлично. Нет, конечно, ты урон вносишь, но ты хотя бы не Альфа-Васек. Мне уже надо хоть кого-нибудь захавать. О, Тартоплевр тоже такая себе идея, короче. Аллилуйя, мать вашу. Аллилуйя. Так, то, ну то, что ты там захавал, вообще ничего никому не дропнулось, понятное дело. Фу, ну вот, уже лучше.
Отлично. Ну, понятное дело, из-за эффективности чутка поменьше, и все в таком духе, и вообще лучше выращивать, а не вот это вот и все. Погнали домой. Такс. Ну, вот как-то я седлом. Не, расклад, конечно, прикольный. Я что там, что-то опять сломал. Но бывает такое. Раскраска, конечно, очень прикольная. Мне она нравится. Урона, конечно, вообще ни о чем. И это логично. У того было урона и то побольше. Ну, это в целом-то он как гига. И его нужно прокачивать обязательно. Все в урон. Отлично. После убийства он становится более мощнее. Там Альфа Карна. Ну вот, два раза урон увеличился, уже лучше. Это, конечно, будет месиво еще то. И скромсанный. Я им дебаф даю. И скромсанный. Так. Хорошо, хоть альфа я сам завалил. Так, еще больше урона стало. Отлично. Но это за счет бафов. Дальше погнали. В целом, конечно, здесь можно. То есть, чем больше убиваешь, тем больше он настакивается. Вот, уже 1000. Но это, конечно, может из-за бафов, но в целом урон уже неплохой. Уже по 1000 можно даже убивать. Ну что могу сказать? В целом-то неплохо. Но я задолбался его томить. Прям задолбался его томить. Почему? Потому что система томления здесь немножечко непродуманная. Вот кто бы знал, что он зацепится вот за одного, и от него и вот будет хотеть только этот труп захавать. Да я бы этот труп разобрал бы уже давно, он у меня просто там забагался и не хотел разбираться. И вот все в таком духе. То есть, как бы, если бы добыли, то бы, тогда бы, я бы знал бы, что бы, нужно бы, и все в таком духе. Ну, то есть, вы поняли. Сейчас-то я уже знаю, что нужно делать, и мелкие трупы ему не нужны, и, получается, это первый труп, который он учуял, именно его и нужно, либо этот труп нужно разобрать, и все в таком духе. То есть, как бы, очень много нюансов. Очень много нюансов. Ну, а что поделаешь, по-другому и никак. Такие вот дела. Ну, а я что? А я уже с вами буду, пожалуй, на это прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого и добра. Всем пока.